Сидите, и не стыдно вам? Ну что за шум? Ну что за гам? Как что? Ведь скоро женский праздник. Опять пробал? Постой, он прав. Конечно, нужно поздравить девушек своих. А если вместе взяться дружно, так мы... А кстати, сколько? Людмилы, Лены и Марины, Ларисы, Тани и Ирины, да. Трудно будет посчитать. И всех надо поздравлять? Да что нам делать с этой бандой? Пусть грубо сказано, но правда. Нам нужно поскорее решить, что спеть, сказать, что подарить. А не купить ли мы рис? Я в магазин. Куда? Здесь рис. А может их поцеловать? А это не тебе решать. Отстал. А что случилось, братцы? Да захотелось целоваться. Остановись. Что за разговор? Друзья, отсюда все раздоры. Довольно. Кончили. Итак, я предлагаю. Мы выходим, они сидят. Мы их обводим лучистым взглядом. А потом, собравшись в группу, начнем. Вновь наступила весна. Нас разбудила она. Ясно, заметили мы. Как вы милы и стройны. Сколько в день так-то? Ума. Бездна талантов и тьма. Разных достоинств они. А, спи, моя радость, усни. Мы давно вас не поздравляли. Нужен повод. А как найдешь? Мы искали его, искали. Разбросали в пол, и в дрожь. Незаметно зима промчалась. И уже подошла весна. И внезапно вдруг оказалось, что спасение для нас она. И хотим мы весною ранней вас поздравить и пожелать счастья, радости, чтоб страданий и болезней поменьше знать, чтоб есть после шести было можно, а с утра до восьми не вставать, и зарплату, чтоб осторожно, вам могли бы раз в год поднимать. Хотим поздравить вас с этим чудесным весенним праздником и преподнести вам скромный подарок.